Доктор, не тяните, а? Все самое плохое со мной уже случилось. Ну, результаты обследования показали, что болезнь прогрессирует. И, честно говоря, это не очень хорошо. А конкретнее? Насколько серьезно? Ну, может, полгода у тебя есть парень. А может, и того нет. Ты извини, но я тебе ничем помочь не могу. И не только я. Тут сложно комбинированная аномалия развития сосудов. Тут ни один хирург не возьмется. А это не может быть ошибкой? Вот, заключение из кардиоцентра. Спасибо. Спасибо за правду. Ты вообще себя слышишь? Что ты несешь? Паша, я таких шуток не понимаю. Генка, я абсолютно серьезно. Мне нужна твоя помощь. Да ты вообще в своем уме? Что случилось? Ты мне поможешь или нет? Хорошо, давай так договоримся. Ты мне помогаешь, а я тебе за это свою долю. И вся компания будет твоей. Лады? Твоей. Осужденные на выход. Гена, я на тебя надеюсь. Ну что? Ну что? Теперь он хочет бежать. Причем срочно. Неожиданное решение. Очень неожиданное. Хотя, если подумать, не такое уж оно и неожиданное. Думать надо было раньше. Ладно. Короче, он предлагает свою долю в обмен на мою помощь. Вот и хорошо. Помоги. Только до Москвы он добраться не должен. Пусть подпишет все, что нам нужно. И все. Какая же ты у меня быстрая, Элочка. У тебя все просто как в пельменной. Слепили, завалили и все, да? Делай, что хочешь. Ты мужчина. Только учти, что он может тебе перекрыть кислород. Не каркай, женщина. Ладно, давай, садись в машину, поехали.
Сегодня Семеновы в гости нас пригласили. Вчера Витька подбегает ко мне, довольный такой. Говорит, приходите к нам завтра на рюмку чая. А то, говорит, давненько мы не видели ни тебя, ни женушки твоей. Ты же вроде как на прошлой неделе была у них. За полночь засиделись. Не помнишь, что ли? А? Стало быть, повод у них для рюмки. Слушай, может, его переводят, а? Стало быть, на прошлой неделе ты не у них была, да? Желаю, товарищ майор. Опять к Василию вчера? Никак нет, товарищ майор. А ну, отдохни. Зараза! Смотри, Калинин, доиграешься у меня. Последним на дембель пойдешь, понятно? Понятно? Рамонов! Я. Круглов! Здесь. Семенов! На месте. На базу. Налево. Шилов забирай. Вперед. Дезима. Есть. Папая. Здесь. Имогена. Есть. Надвея. Здесь. Стаха. Здесь. На склад. Направо. Шагомар. Смотри, Калинин. Дежурный! Чай крепкий и два сахара. Дежурный! Дежурный по штабу рядовой Макаров. Я не ори ты, а. Живо из третьего отряда Стахова. Быстро! Есть. Стахов, к майору Симакову. Быстро. Свободен. Есть. Осужденный Стахов, третий отряд, статья 193. Ладно, хорош, 2А. Не ори. Давай, живо, живо, живо. Садись.
Пока не знаю, гражданин начальник. Ну ладно. Давай. Работай. Если не пройдет, я тебе в карцер изгоняю. Ты меня знаешь. Все готово, гражданин начальник. Разница перечислений в перерасчете составила 523 393 рубля 90 копеек. Вам остается внести только номер счета. Вот туда. Туда. Чуть ниже напечатать пароль. Вот там. И деньги перейдут на ваш счет. Угу. Ну, че сидим? Че ждем? Че расселся? Вставай живо. Может, ты хочешь, чтобы я тебе свой пароль еще назвал? Наглеешь-то? Никак нет, гражданин начальник. К стене, живо. Все, куда жать? Справа клавиша Enter. Enter. Ну вот. Вот я смотрю на тебя, Стахов, никак понять не могу. Как можно было с такой головой загреметь на нары, а? Хоть убей, не понимаю. Может, ты контуженный? Чем молчишь, профессор? А что говорить? Вам виднее. Хамишь? Ладно, свободен. Сёма, скажи, а ты все правильно сделал? Ты ничего не перепутал? Да, по-моему, нет. У него ясно все было написано. Ты дебил, что ли, а? По-моему, нет или точно? Ты чувствуешь разницу? Чувствуешь? Но элементарные вещи поручить нельзя. Деньги ушли. 526 382 рубля 90 копеек. Да, майор Симаков слушает. А ты знаешь, майор, что сейчас твоя жена делает? Ты даже не догадываешься. Что? Сейчас твоя любимая вместе с моим мужем-недоноском на твоей кровати кувыркается. А вы кто такая? Кто я? Я дура набитая, потому что верила ему как себе, а он гуляет направо и налево. Слушай меня внимательно, майор. Если ты свою жену... Ну, не придушишь, то придушу ее я. Тебе ясно?
начальник. Шел из конторы, у майорского УАЗика колесо спустило. А майор не в духе. Увидит, навтыкает. Калинин, у вас? Да, точно! Скажи ему, колесо спустило, пусть срочно меняет. Понял. А то майор сегодня мечет. Заметили. Точно ему навтыкает, если увидит. Спасибо, что предупредил. Где Калинин? Где Калинин? Позвать немедленно! Да вот он. Ты где должен находиться? А где? Я тебя спрашиваю, ты что, забыл? Я тебя напомню, на губе, понятно? Товарищ майор, колесо. Убью, зараза. Я тебя убью сейчас. Товарищ майор, да я-то чего? Мне что-то плохо было. Водитель, я. В кабине, товарищ майор. Так, остановить погрузку. Бор закрыть. Потом догрузите. Мне в город быстро надо. Водитель, заводи. Так, Сёма, давай бери бойца и вперед. Быстро, быстро! Бензин закончился, что ли? Сейчас проверю, начальник. Твою мать. Совсем обнаглели, а? Да что там еще? Симаков, боевая тревога. Побег. Не ори. Действуй по схеме. Весь основной состав в лес. Он здесь где-то. Здесь. Кто, кто? Стахов, вот кто! Thank you.
Вот он. Сюда. Сёма, там охранники с собаками. Валим. Валим. Паша, как ты? Давай, давай. Нормально пока. Со мной. Ну и орлы у Генки. Только жареным запахло, сиганули, как крысы с корабля. Ищи. Быстрее. Валим. Давай, гони. Ну? Убили его. Мы не успели. Кто? Мусора, кто? Они там лес прочесывают. Я сам видел. Ноги надо делать. Валим отсюда. Так, быстро машину. За мной! Блин, не успели. Чего ты паникуешь? Не тебя же ловим. Слышь, придурок! Ты, главное, болтай поменьше, когда остановят. Гена, успокойся. У тебя на лбу не написано, что ты друг сбежавшего зэка. Все будет хорошо, ладно? Добрый день. Здравствуйте. Документ предъявите, пожалуйста. Пожалуйста. Пассажиры тоже. Багажник Живем. Открываем? Ага, Сем, открой. Понял. Так, вот паспорта пассажиров. Это мой. Угу. Вот права. Техпаспорт. О, страховка. Закрывай. Порядок? Да. Страховка. Закрывай. А что случилось-то? Дежурная проверка. О, понятно. Пропусти. Счастливо. Всего доброго. Угу. Удачи. Держи. Ага. Крепкий. Давай. Не-не-не. Куда своим сердцем? Давай разбавлю. Ты мне нянька или телохранитель? Я друг, а потом телохранитель. Вовремя ты вернулся. Сколько ты там служил? А почти 3 года. Подросла, наверное. Хотя на детдомовских харчах. Но интернат там по отзывам неплохой. Хотя, извини, пока еще туда не доехал. Хороших интернатов не бывает. Это я тебе как детдомовец говорю. Мы с Генкой тоже росли в хорошем. Генку ты зря привлек. Генку-то? Угу. А по-моему, сработали чисто. Какое-то время выиграли. Какое? Он, небось, уже вычислил, что тебя нет в числе убитых. Главное, помог сбежать. Нет, Паша. Надо было своими силами, без лишних глаз. Мы бы справились. Ну, пришлось бы подключать чужих людей, а это опасно. А с Гентой все просто. Пока я ему нужен, он не опасен. Я ему сейчас доступ к своим активам перекрою. Вот тогда ему совсем без меня не обойтись. Thank you.
Что, тебе плохо? Да ничего. Ничего. Ладно, родственников предупредили. Опекунство оформим. Главное, дочку напоследок обнять. Прошу. О, май гад, седан ин кар. Плиз. Гена. Ген. Сёма, давай позже. Гена, у нас проблемы. Господа, прошу прощения, должен вас на секундочку оставить. Это займет немного времени. Подождите, пожалуйста, в машине, окей? Что там у тебя? Давай только быстро. Половина папок не открывается. Что значит не открывается? Не понял? Все, что связано с Пашиными счетами. Похоже, пароли кто-то изменил. Ты куда смотрел, лопух? Да я сам не понимаю, как это получилось. Паша, Паша. Быстро же он. Еще какие-нибудь новости по нему есть? Ну, мы точно знаем, что он жив. Мы это уже 2 часа как знаем. Дочь. Дочь. Наверняка он поедет к дочери. Так, надо его опередить. Устроим засаду, поймаем на живца. Тебе, Сёма, ничего не надо делать. Этим займется Элла. Рыбак фигов. Приветствую. Здравствуйте. Здрасте. Да-да, кто там? Здравствуйте, можно? Что вам, мужчина? Я к вам, Валентина Петровна. Моя фамилия Стахов. Стахов Павел Сергеевич? Да, он самый. Вот приехал дочь навестить. Господи. А вы разве… Господи, помилуй, вы что, живы? Жив. А вы не… Валентина Петровна, мне бы дочь увидеть. Что я должен знать? Так ее уже забрали. Как забрали? Куда забрали? Да все на законных основаниях. Что? Вы же были уверены, что вы умерли. Почему вы решили, что я умер? Почему? Прости. Павел Сергеевич, мы прочитали в журнале. Так расстроились, а Настенька, она очень плакала и… Потому что вы ей сказали, что я умер? А можно посмотреть журнал? Да, конечно. Молодцы. Вот. Пожалуйста. Как можно верить этой желтой писанине? Да мы не поверили. Мы послали запрос в колонию. И что? И вот, они прислали нам ответ, что после поступления в больницу вы в списках колонии не числитесь. И поэтому вы решили, что я умер? Да. Да меня просто в другую колонию перевели после больницы, это понятно? А мы откуда это знали? Как будто мы должны в каждую колонию запрос посылать. Вот для нас документ.
Хорошо. Скажите, как? На основании этой отписки можно дать согласие на удочерение? Как? Кто ее удочерил? Очень хорошая женщина. Павел Сергеевич, я понимаю ваше состояние, правда. Но вы нас тоже поймите, пожалуйста. Мы же вашей дочери хотели хорошего, а тут такой случай. Очень хорошая женщина, телеведущая. Они снимали у нас передачу про детский дом, и они с Настенькой очень друг другу понравились. Понравились? Да. Телеведущая? Да. Когда это произошло? Вот сейчас. Год назад. Дядь! Ну что? Я хочу поиграть в компьютер, а она мне не разрешает. Потому что сначала нужно сделать домашнее задание. Но я еще успею сделать домашку, честно. Ну скажи ей. Настя, во-первых, не ей, а Зинаиде Богдановне. А потом, кто обещал мне исправить тройку по математике? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Полчасика в компьютер, и потом, чтобы все уроки сделала. Yes! Балуйте вы ее, Екатерина Сергеевна. Ну, я поехала. Не забудьте, сегодня в школе родительское собрание. Да. День добрый. Права, пожалуйста. Я на работу опаздываю. Документы предъявите. Тебе что, делать нечего? Иди бандитов лови. Гражданочка, вы что себе позволяете-то, а? Дим, хватит, я спешу на работу. Да. Вот. В «Звезде» голубой экран от поклонников убойного отдела. Спасибо. Когда-нибудь распотрошу свою машину, найду твой идиотский маячок. Тебе больше не за кем следить. Ну, зато так я за тебя спокоен, понимаешь? Ты во сколько заканчиваешь? Пока не знаю. Слушай, может быть, это… Сходим куда-нибудь вечерком, а? Дим, я позвоню. Да? Угу. Я позвоню. Так я буду ждать. Начинается все, Кать. Помогите мне, пожалуйста. Угу. Звезд не опаздывает. Я хоть раз опоздала? Я в гриме, причесана, одета. А обычно без грима, не причесана, раздета. Совсем? Угу, совсем. Знакомьтесь, доктор Хефец Иосиф Владимирович. Очень приятно. Екатерина Авилова. Очень приятно. А мне не очень. Большой поклонник вашей программы. Люблю умные беседы. Читала вашу книгу «Заставляет задуматься». Ой. Присаживайтесь. Спасибо. Все готово. Ну и хорошо, сейчас начнем, значит, да. Так, все приготовились? Начинаем. 3 секунды. Поехали. Пошел. Добрый день. В эфире программа «Личное мнение». Я Екатерина Авилова. Сколько мне суждено прожить? Такой вопрос мы задаем себе часто.
Как продлить годы жизни? Существует ли эликсир молодости? Нужен ли он и где найти его? У нас в гостях автор бестселлера «Все сначала» доктор Иосиф Владимирович Хейфиц. В книге вы говорите о гигантском потенциале, который дается человеку для долгой и продолжительной жизни. Почему мы его не используем? Невежество. Невежество по отношению к самому себе. Булочку будешь? К своему здоровью, к окружающим, к собственным мыслям, которые могут разрушить нашу жизнь. Другими словами, причиной являемся мы сами? В общем, да. Ну, разумеется, есть факторы, на которые мы не можем влиять. Изменения. Ты куда? Качество продуктов. Ну, почтальон приходил. Ну, может, письмо принес. Я пойду посмотрю. Тоже следствие нашего невежества. Посмотри, как на тебя стало похоже. Может, повидаешься все-таки? Нет, нельзя. Я для нее уже умер. Еще посидим. Хомут подкрути там. Жидкости что-то нет. Здорово. О, привет. Привет. Че опаздываем-то? Опять бандитов ловил? Да у него же в розыске одна прекрасная бандитка. Сплошное удовольствие ловить. А ты попроси ее с Поцепуновым поужинать. Глядишь, и майором станешь, а? Что ты сказал? Кто сказал? Ты шутил, неудачный человек, ну? Чего ты шуток не понимаешь, это еще что ли? Что такое? А ну-ка отставить! Вам что, делать нечего? Зачем распустились? Еще раз увижу что-нибудь подобное, так от наш дачу мало не покажется. Работнички. Ладно, проехали. То есть вы считаете, что эликсир молодости создать невозможно? Не вижу. Ты уверен, что Настя у нее плохо? То есть хуже, чем у твоих? Все зависит от личности. Какая-то она самовлюбленная. И тут наши возможности поистине безграничны. Вертихвостка. Зато глаза хорошие. Да что мне ее глаза? Как ей вообще ребенка доверили? Небось, гуляет по своим тусовкам. Вот и выясним. Что вы пожелаете нашим зрителям? Ну, наверное, так, Екатерина. В жизни у каждого есть шанс начать сначала. Будьте внимательны к себе, к своим. Поехали. Спасибо и всего доброго. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Удачи. Екатерина? Да. Расписание на завтра и почта на вчера. Спасибо. Кать, слушай, забыл сказать. Аккуратнее, аккуратнее. Короче говоря, есть идея по поводу твоего предложения про эту детдомовскую серию. Mm-hmm. Зав, зайдешь, да? Да, в 10. В 10? Ну, в гриме, в костюме. Да, и не опаздывай, пожалуйста, ладно? Вот эти румяшки сделаешь, да? Как всегда. Mm-hmm. Когда я опаздывала? Опаздывала. Опаздывала. Mm-hmm. Спасибо. Да, моя хорошая. Почему другая прическа? Та же самая. Ах, ты лучше знаешь. Даже лучше, чем я? Ну, хорошо, хорошо.
Ну, целую. Пока. Что же вы так резко тормозите? Надо соблюдать дистанцию. Зачем вы обгоняете на повороте? Девушка, не беспокойте полицию по пустякам. Поверьте, им есть чем заняться, кроме этих царапин. Ну, правда? А, да, действительно. Сейчас у меня сумочка в машине. Одну минуточку. Девушка, ни в коем случае. Да прекратите, что… Я заплачу. Посмотрите, это пустяшный ремонт. Я заплачу. Просто мне совсем некогда ждать полицейского. Уберите, бросьте, я прошу вас. Вы за кого меня принимаете? Уберите. Ну, ладно. Спасибо. Меня только раз потерпевшая сторона прощала, и то это был забор. Да? Ну, чем я хуже забора, м? Мне, правда, очень некогда ждать полицейского, я спешу. Виктор. А, да. Меня зовут Виктор. Катя. Очень приятно. Вы нам телефон оставьте. Да, конечно. Если там с ремонтом что-то не так пойдет, я же вижу, вы в чужом городе. О, Влад, нас таранила телеведущая. На съемку спешили. Нет, к дочке, на собрание родительское. Угу. Спасибо. Поехали. Вам спасибо. Давай, давай, давай. Паша, это безумие. Влад, еще один день. Ну, что он тебе даст? Хочу посмотреть. Что она за человек? И что? Может, Настёне с ней не так уж и плохо? Паша, знаешь, конечно, это проще, чем лишать ее усыновления. Ну, Паша, на дворе 21 век. Завтра я наведу справки и буду знать об этой женщине все. Ну, что ты? Вы сидишь в этих приватных беседах. Город маленький. Ты хочешь где-нибудь с ними столкнуться? Или чтобы девочка увидела воскресшего папу? Я поговорю. Пойду водички попью. Да, алло. Катерина? Здравствуйте. Это ваш утренний забор. А, Виктор. Да, Виктор. Как прошло собрание? Да неплохо. Сегодня даже похвалили за поведение. Да? Она… Да она умница. Что, простите? Я хотел сказать, что ваша дочь не может… Не быть умницей. Угу. Екатерина, я могу показаться вам слишком напористым. Может, вместе поужинаем, а? Вообще-то, наверное, сегодня вряд ли получится. Ну, ну, пожалуйста. У меня слишком, слишком плотный график на работе. Ну, может быть. Немного изменить ваш график? Ну, хорошо. Сегодня вечером в ресторане «Башня». Ну, договорились? До встречи.